Всем доброе воскресное утро. А сегодня хочу вам рассказать, ребят, интересненькую историю про чеснок. Я вот тут накопала чеснок еще в июле. А этот чеснок я не сажала. Ну, фактически не сажала, не покупала. Как вот я специально покупаю головки чеснока, да, и как мы все покупаем или оставляем на посадке специально и сажаем. Этот нет, я не сажала специально, не покупала ничего. Представляете, какой у меня шикарный. Во-первых, видите, для начала поделюсь с вами. Он у меня уже высох, мне его теперь надо подстричь. Сегодня, наверное, этим займусь. Что я делаю? Видите, какой красивый. Когда чеснок растет и у него появляются стрелки, да, я даю все-таки возможность стрелкам немножечко завязаться. Немножечко. Вот они, стрелочки. Это у меня чеснок со стрелками. Он, конечно, здесь мелковатый сам по себе, но зато здесь есть сами стрелочки. Вот видите, их стрелки нужно обязательно, ребят, срезать. Они на самом деле очень вкусные. Их можно с лучком порезать, пожарить. И вот что я делаю. Я эти стрелки срезаю. И оставляю на еду. Оставляю эти стрелки в пакетах. Даже если я их не съела, они у меня лежат в пакете. И вот сегодня у нас воскресенье, по-моему, 29 августа. Могу просто ошибиться по датам, потому что за датами не сильно слежу. И вот смотрите, что у меня получилось. Здесь сухой посевной материал, да, видите, который я просто разбросаю на грядки, где-то по всему огороду, как вот я укроп тоже так же сею. А вот это мой посевной материал, который был в пакете. Видите, они уже вроде как подгнили, да. Но только здесь, вот он уже прям такой вот, готов к посадкам, он даже уже пророщенный, видите. И вот я его просто сейчас сделаю бороздки и посажу чеснок. Вот такой. И будет у меня, это у меня свой посевной материал. И можно даже не покупать, не тратить деньги. И у вас будет свой шикарный чеснок. Видите, какая красота? Вот что бывает, если правильно посадить чеснок. Посадить и ухаживать за ним правильно. Стрелки не вот рано снимать, а вот дать им все-таки завязаться кончику. А потом срезать стрелки. Представляете, какая красота. Вот они у меня вот так вот, стрелочки все срезанные. И вот тут вот, и вот этот посевной материал. Вот он, смотрите. О, они прям даже в чешуйках. За это время они уже даже в чешуйках. Но с другой стороны, они уже начали прорастать. А так как сейчас конец августа, то можно посадить. И все, на следующий год будет шикарный чеснок. Вот такие у меня истории для вас. Сегодня без куски, потому что очень жарко на улице. Я даже, наверное, думаю оставить это все до вечера. У меня здесь фонарь есть. Я просто вечерком себе включу фонарь и посажу. Всем хорошего выходного дня. Мира, добра и любви.